Мужики, все тормозим, авария! На 47-м километре Тюменского тракта, неподалеку от въезда в село Мизенское, ну, в общем, около Заречного и 10 часов утра, приключился очень неравный бой между подорожником «Шевроле Ланос» и значительно более массивным желтым тягачом «МАН» с надписью «Зеленоград» на лбу и с фурой на хвосте. И вот тут прям совпало. За рулем «Шевроле» сидела дама 77-го года рождения, а у фуры были 77-е московские номера. А самое удивительное, чтобы не сказать чудесное, в этой автобитве то, что женщина в мелком подорожнике не погибла. Декорация такая. 44-летняя автопилотка на «Ланосе» катилась по тракту в сторону Тюмени. Возле Мизенского дама, видимо, задолбалась тащиться за фурой и в некрутом изгибе трассы пошла на обгон. Со стороны, конечно, сложно судить, но, глядя на кадры с этого регистратора, кажется, что, во-первых, пилотка «Ланоса» явно не успевала обогнать длинную фуру, а во-вторых, кажется, что у нее было достаточно времени, чтобы тормознуться и вернуться на свою, ну или на крайняк уехать влево, в траву. Расстояние до первой встречной фуры, как кажется, ну вот прям достаточно, чтобы хоть что-то спасительное предпринять. Но, тем не менее, «Ланос» влетел зеленоградскому «Ману» в лоб и в сильно мятом состоянии отскочил в траву. По картинке с регистратора видно, что «Ланосоводка» вроде бы как попыталась уйти влево в кювет, но «Шевроле» занесло. Нет, ну в итоге «Ланос», конечно, попал в кювет, но уже не по своей воле. Удивительно, но при столь разных массах стукнувшихся болидов, женщина в мелком «Шевроле» осталась жива. И из груды металлолома ее выкорчевывали МЧСовцы. В тяжелом состоянии рулевая «Ланоса» на карете отъехала в 36-ю больницу Екатеринбурга. Московский дальнобой, сидевший над точкой приложения силы, здоровьем не повредился. А давайте послушаем аудиорегистратор пилота фуры, ехавший за желтоголовым зеленоградцем. А ты-то ушел просто, да? Я сзади шел, да. Сзади желтый. Объясни, как произошло вкратце. Короче, вот тут, ну, где-то... Ты откуда ехал? Оттуда. Оттуда, с стороны Заречного. С Тюмени, да. С Тюмени. Все, не ехал за ним. Да, ехал за ним. Шла вот ножка. Ну, как они вот идут. Это желтая, что там, «МАН». И ножка. Из Ореножки или из Америки, не помню. По-моему, из Ореножки. Из Ореножки, да, выскакивают. Ну, вот это что-то. Ланос. Это «Ланос», ну, он шевелит. Все выскакивает там между ними. Я еще сзади еду, ну, скорость, ничего там, сколько... 60-70 максимум. Ну я не сбрасываю, ну там метров 50, думаю, ну остановится. Смотрю, уже из-под него вылетает. Там не больше 50 метров было, она на обгон пошла, или он. Она вроде. А гаишники в целях профилактики призывают автопилотов не совершать опасные, рискованные маневры, которые могут привести к лобовому тарану. По убойности, превосходящему все остальные виды ДТП, ну, может быть, за исключением наезда фуры на беззащитного пешехода. Впрочем, практика показала, что и в неравном лобовом бою пилот более мелкого болида может выжить. Но лучше на личном опыте это не проверять. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей «Черемета», будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.